Приветствую вас, братья и сестры. Мир вам. Я сегодня хотел вместе с вами прочитать несколько мест Священного Писания. Первое место, которое я хотел прочитать, это Псалом 15, 5 стих. Псалом 15, 5 стих. «Господь есть часть наследия моего, чаши моей, ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Второе место. Псалом 32, 12 стих. «Блажен народ, у которого Господь есть Бог, и племя, которое Он избрал в наследие себе». И третье место. Псалома 47, опять последний стих. «Ибо сей Бог», 15 стих, «есть Бог наш навеки и веки, Он будет вождем нашим до самой смерти». Все такие хорошие места, которые очень мне нравятся. «Господь есть часть наследия моего», братья и сестры. Это тема сегодняшней моей проповеди. Сегодня наш хор будет вспоминать памяти Евгения Семеновича Гончаренко. Он вчера ушел в вечность, или в пятницу ушел он в вечность. Он теперь уже с Господом. Я вспоминаю, когда в прошлом году смотрел прямую трансляцию похороны Николая Андреевича Колесникова. Он говорил в память Николая Андреевича то, что они вместе находились в служении. Было столько доброго сказано. Ну, на этой неделе, я думаю, что будут похороны уже Евгения Семеновича. Там тоже будет много сказано о нем, что он действительно, Господь его был вот этой частью. «И блажен народ, у которого Господь есть Бог, и племя, которое он брал в наследие себе». Он был один из тех, кого Господь избрал, определил на служение. И это служение его было. Он не только был проповедник, но он был еще композитор. И сегодня мы будем исполнять некоторые песни его, которые мы в молодости пели. Я вспоминаю тогда, когда был еще подростком, и Евгений Семенович приехал в Алмату. Он, наверное, учился там, и он занимался хором. И как вот молодежный хор поднялся, все эти песни, когда они пели, так звучал, я никогда не забуду этого. Потому что молодежный хор, которым он занимался, пел лучше старшего хора. Я мальчишка, но я запомнил вот эти произведения, которыми он регентовал, и которые он сочинил, и которые сегодня мы будем петь, вспоминать. Бог дал ему особый дар. Он писал гимны. Он был регентом. В то время не так много было грамотных музыкантов и композиторов среди христианских церквей. Он был один из тех, кто писал, любил славить Господа. Знаете, для христиан всегда приятно тогда, когда появляется какая-то новая песня. «Пойте Господу новую песнь», так мы читаем в Псалме 29-м. «Новую песнь петь Господу» – это всегда приятно и хорошо. Мы с таким удовольствием новые песни принимали, и хоры наши по сегодняшний день поют эти прекрасные песни. «Господь есть часть наследия моего и чаши моей, ты держишь жребий мой». Он был частью и жребием и для него. Он много оставил прекрасных произведений, написанных им. Сегодня мы будем петь это. «Господь был частью и его». Братья и сестры, как это приятно! «Он отошел к миру». Когда мы читаем Исаия, вот 57 глава, 1 стих. «Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. Мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла», братья и сестры. «Он отходит к миру». Это 57 глава, 1 стих и 2. «Он отходит к миру». Господь восхищает их. Сегодня мы вспоминаем о нем. Не так давно мы вспоминали племянника моего, которому было всего 42 года. Его горячая такая жизнь.
ищущая, любящая Господа, Господь забрал этот светильник к себе. Он сегодня забирает. На этой неделе мы как-то вспоминали, кого Господь забрал в нашей церкви не так давно, в прошлом году. И мы пересчитывали тех людей, которые любили Господа. Они ушли от этого зла к Господу. Ушли, братья и сестры, отходят к миру, там, где не будет никакого зла, потому что Господь является их частью. И, братья и сестры, в Слове Божьем мы находим Псалом 72, 25 стихом, здесь говорится: «Кто мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле? Кто мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле?» Другой перевод: «Кроме тебя, кто мне на небе, кроме тебя?» Там Господь ожидает любящих Его, которые посвятили свою жизнь Ему, которые благословляли имя Его, которые возвещали о милости Господа. Познав Его, они возвещали о Нем. «Кроме тебя на небесах есть Господь, которого мы любим, к которому мы стремимся и которого мы прославляем здесь на земле. И с тобою ничего не хочу на земле». Мы восхищаемся от зла. Ничто нас больше не держит на земле, когда Господь открывает свою вечность. Он приготавливает эту вечность. Ибо Господь Бог есть, как мы прочитали вот Псалом 47, 23 стихом. Ибо Господь Бог есть. «Ибо сей Бог есть Бог наш навеки и веки, Он будет вождем нашим до самой смерти». Братья и сестры, если Господь является Богом нашим, то Он проведет нас через смерть, как этот добрый пастырь, через эту реку жизни, проведет в небеса. Там вот это будет прекрасная встреча с нашим Господом. «Кто мне на небе и с тобой? Ничего не хочу на земле». Слава Богу за то, что для уверующего человека есть прекрасная вечность. Братья и сестры, она ожидает всех любящих Его. Он приготовил для них, написано, город, братья и сестры, те, которые любили Господа, которые служили Ему, которые благоговели, которые прославляли Его своей жизнью. Он для них, братья и сестры, приготовил город. И в этот город войдут только те, которые служили, которые молились Господу, благословляли Его в жизни своей. Для них Он приготовил этот город. И поэтому для верующего человека это великое счастье иметь вот эти прекрасные обетования от Господа. Он оставил в Слове Своем вот эти обетования, о котором пишет Петр: «К наследию нетленному, чистому, неувидаемому, хранящему для кого? Для детей, для народа Божия». Вот это наследие Он приготовил и ожидает. Они переходят к миру, там, где будет так прекрасно, братья и сестры, о чем мы читаем в Откровении. «Я увидел новое небо и новую землю. Прежнее небо, прежняя земля миновали. Моря уже нет. Я, Иоанн, увидел это». И он, все это прошло. Новый город, Иерусалим, с золотыми улицами. И туда не войдут нечестивые люди. Там будут только наследие, любящее Господа. Ничто преданное мерзости и злы, и зла не войдет туда. Это для любящих Его. Он приготовил им город. Он не стыдится называть их своим именем. Братья и сестры, детей, которые мы читаем евреям в 11 главе, которые прошли, пошли за Господом. Он приготовил им город. Он не стыдится назвать им себя, то есть Бог, своим именем, детей своих, любящих Его. Он приготовил им город. Господь есть часть наследия моего, братья и сестры. Это великое счастье ожидает любящего Господа. Поэтому, ожидая нам вот этого дорогого обетования, не остаться только вне, не ослабеть, не остыть,
чтобы наш огонь горел, он никогда не угасал, братья и сестры, служение Богу, как вот Евгения Семеновича, как он писал эти прекрасные гимны, которые вдохновляли других. Если я был мальчишкой, они зажигали меня, а сколько они звучали во всех церквях, они были ободрением для народа Божия, и поэтому он восхитился от зла, он перешел к миру, и сегодня это ожидает всех любящих его. И как хотелось, чтобы и в нашем собрании, кто еще не знает Господа, могли бы читать Слово Божие, где говорится об этих чудных обетованиях. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Это часть, это наследие Его. Истинно, Бог любит народ свой. Мы читаем во Второзаконии, предпоследней главе, он написал такую песню. «Все святые в руках Его». Святые в руках Его, братья и сестры. Пусть вот эти вот обетования, которые я прочитал, они останутся в нашей памяти. Пусть они зажгут наши сердца прославлять в нашей жизни Господа. Он достоин этой славы. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Братья и сестры, таких вы людей и межи пройдут по прекрасным местам, потому что они любят Господа, и они видят вот эти благословения. Он достоин этой славы, братья и сестры. Принесем Ему славу и честь, потому что Он Бог наш. Он проведет в этой жизни и в будущей будет нашим добрым пастырем. Пусть Ему будет сегодня слава и честь. Он достоин этой славы. Помолимся Ему. Аминь.